Сережей договорились, что сегодня поем современных поэтов. Сережа меня в письме спросил, классиков не будешь тревожить? Сказала, не буду. Сегодня мы классиков не тревожим. Три стихотворения Михаила Басина. «Пятое время года». Когда опустеет на плечи пивная бутылка лета, когда износится осень и тихо умрет зима, когда весна обнищает, а как ведь была одета, тогда наступает время, время сходить с ума. Тогда наступает время, время сходить с ума. Когда отступает запах небес, молока и йода, когда умолкает голос тщеславия и любви, тогда оно и приходит, пятое время года. Странное время года, как его ни зови. Странное время года, как его ни зови. Там ночи какие захочешь, и нет никакой погоды. Решает сам. Впрочем, у тех, кто брошен в пятом времени года, достаточно веских резонов не доверять часам. Достаточно веских резонов не доверять часам. Вот и зверьё попряталось среди кучи, следов на песке. Только один кузнечик цыкает и лопочет, как на тюремной фене на родном своем языке. Там, где в тумане памяти смешанный пыль и небы, пятое время года правит неспешный бал. То ли шестое чувство, то ли седьмое небо, то ли восьмой круг ада, или девятый вал. То ли восьмой круг ада, или девятый вал. Пятое время года каждый хозяин барин, соседей давно не видно, слепы глазки дверей. В этой глуши монгольской каждый себе татарин, в этом безлюдном гетто каждый себе еврей. В этом безлюдном гетто каждый себе еврей. Можно ли это считать возвращением на Итаку, или, напротив, изгнанием из мира грез? Основной вопрос философии — где зарыли собаку? Никому еще ничего хорошего не было.